Год добрых дел продолжает шагать по республике. На этот раз сотрудники Сыктывкарского центра занятости помогли специализированному дому ребенка. Добровольцы приняли участие в ремонте крыши прачечной. Из-за протечки помещение нельзя было использовать по назначению. Кроме этого, волонтеры обновили детскую мебель и украсили живыми цветами дворовую территорию. Центр занятости здесь уже не в первый раз. Весной учреждение привело в порядок кровлю веранды. В этом году как нельзя чаще стали откликаться на первые же наши просьбы. Выкладываем мы на сайте на нашем, выкладываем ВКонтакте какие-то наши проблемы. И бывает в этот же день или на следующий день отзываются люди, которые нам либо проплачивают нашу проблему, либо приобретают сами и доставляют к нам уже готовый товар, там игрушки или что-то. И в этом году, если раньше всегда люди старались приобретать что-то для воспитанников дома ребенка, то в этом году и охотно отвлекаются на улучшение материально-технической базы. Для нашего учреждения это очень важно — иметь хорошие условия жизни, потому что это может быть даже первое, что важно для ребенка – жить комфортно. Напомним, инициатива проведения Года добрых дел в республике принадлежит главе Коми. Эстафету активно поддержали волонтеры, студенты, чиновники, бизнесмены и рядовые жители региона.